Аутфит, да? Видишь, красавчик. Какой у меня сегодня аутфит? С манючим ведром. Еще просят показать во весь рост. Ты меня в прошлый раз не показал. Вот во весь рост. Ножки у меня. Какие у меня романные сандалии. Какие у тебя романные? Ну что ты говоришь, ты не позорься. Небритые ножки. Резинки от носков на ногах. Резиночки от носков, вот смотрите. Видите, сидел в таких носках, в улицу пошел других. Ой, я ж слеза потекла. А вот и я. Подожди, мы не поместимся. Ой. Поместимся. С мусором и со мной. Надо, знаешь, как-то вот в зеркало не умею снимать. Знаешь, ставлю вот так вот камеру. Видишь, все лицо закрываю. Надо снимать себя со стороны. Ниже опусти. Ниже? Да, еще ниже? Да, ниже. Еще ниже? Нет, а камеру-то разворачивай вверх, а сама руку вниз. Да наоборот. Да ладно. Вот так, вот. Вот. И мы не туда приехали опять. Вроде первый. Нулевой надо же. Да, нулевой надо. Сейчас снимешь мой ответ. Мы решили сделать рубрику, которая будет называться... Да зачем? Аутфит. Ну, это мы пока решили, а там не знаю, как пойдет ведь. Называться будет «За хлебушком» в магазин. Покажи юбку, это же юбка. Сейчас покажешь во весь рост. А то в прошлый раз не показал мне на весь рост. И, ой, нога. А девчонки сказали, мы мол таращились. Мы смотрели. Пошел мусор выбрасывать. Бросил меня. Банк надо. Аутфит, где ты будешь снимать меня? На улице снимешь? У нас тепло. Но я оделась... Где можно было бы вообще без кофты идти, но так как магазины холодильники, вот, прохладно, поэтому одела кофту, думаю, как бы не замерзнуть, я вообще мерзляка по натуре. Ну, куда побежал? Ты где меня хочешь снять? Где хочешь, там вот, и снимай. Давай сними. Здесь, прямо здесь стоим. Здесь ты на дороге некрасиво. А у банка красиво будет? У банка красивее. Ну, тогда у банка меня снимай. Можно возле магазина, там природа. Там народу много. Где там народу? Сейчас приедем, там будут все глазеть, как ты меня там будешь снимать. Там уголочки. В уголочек ты меня... Нет, там где это заборчик. А где там заборчик? Забиться в уголочек, да? Андрей, здесь на дороге все часто. Ну давай. Короче, не найдем место, там и снимемся. Мы, в общем, шли и опять пришли к дому. Мы же в магазин на машине едем, не пешком идем. Поэтому мы сделали круг до банка и прибежали обратно. Вот наша елочка с улицы. И прибежали обратненько к дому. Сейчас уговорю у дома. Я не хочу в магазин делать улицы. Там все равно народ. Машину садятся. Сейчас в уголочек прижмусь дома. Это елочка. У елочки, а елочка-то там высоко, все равно не видно. Давай там хоть и деревья, может, красиво. У забора вон. У забора так красиво же. Мы пошли к забору. У меня у этого забора Виталий постоянно снимает. Постоянно. У меня фотографии. У меня столько фотографий около этого забора, куча мала. Да, снимай. На солнечную сторону? Не, вот здесь. Ну, в общем, магазин «За хлебушком» я сегодня
Так, ты, я думаю, у тебя не слышно будет, машины шумят, то все. Нормально слышно. Короче, магазин... Говори погромче ты. Короче, магазин за хлебушком, я не закрывайся, говори громко. Я так рупор сделала. Пошла сегодня вот так, в таком виде. А, пошла за хлебушком? Да. Ну, давай покажу. Переводи. Тебе. Покажи. Вот балабушка, как ты называешь, сегодня на мне вот такая. Она все время туда прячется. Сумка. Надо Сири показать, в чем я была, ну, в прошлый раз на ногах. Я была в ботиночках, но сегодня я в балетках. Сегодня очень тепло. И платье, в этом же платье я была. Платье же это. Оно, видите, длинное в пол. Специально платье делала то. И кофточка. Все, конечно, тоже едут и смотрят, что я такое, что такое делаю. Платье вот оно. С коротким рукавом. Ты сюда говори громко. Платье с коротким рукавом. Такое вот приталенное, спортивное, с карманами. Можно ходить, с кедами носить. Ну, сюда себе... говори и громко. Ну а как ты хочешь? Ну я сегодня вот так вот одета. Чтоб тебя было слышно. Я там громкость прибавлю. Когда... Такое вот платье. Вообще без... можно и без кофты, хорошо, тепло. Но я просто боюсь, что я в магазине замерзну. Я уже говорила, что я в магазине боюсь замерзнуть. И поэтому одела кофточку. Такую распашоночку. Ну, все, да. Как мы ну вот и все, на этом мы прощаемся с вами. До новых встреч. Всем пока. Да, вроде закрылась. Да? Так, ну, вроде мы приехали в магазин. Не вроде, а приехали. Ничего, ничего не вижу. Что, потерялась, что ли? На этой сумке. Вроде в это место мы сюда едем. Да, я так просто, знаешь, иногда теряюсь еще. И я хотела показать, в чем ходят испанцы. Вот мы за хлебушком, да, и в чем испанцы ходят за хлебушком в Меркадоне, как они одеты. В общем, завтра хочу сходить в центр города, еще показать, в чем люди ходят. У нас как раз в субботу весь город выходит в центр. И вот сейчас так по магазинам пройтись, чтобы люди посмотрели, как испанцы одеваются. За хлебушку. Как мы, русские, да? Как я показала. Местные жители. Так, кашу нам. Тележек нету. На улицу. Ну, я же одна не буду ходить с камерой, как-то будет. А, о, тележки везут. Так, видите, встали на проходе и стоим. У нас каша есть? Каша не помню. Есть, по-моему. Нам хватит. Бери свои. Что? Нету. Твоих нету. Вон они там, наверное, нет? А вот это, Витар, не твои? Да, но это висовые, а я вот сюда брал. Грузные. А ты мне, пожалуйста, не обязательно покажешь. А вот здесь вот еще какие-то. Ты это нормально, да, какая-то, да? Это Вена. Ну, а?
дороги, о чем мы говорим, вот испанки так вот встанут посреди дороги и стоят, разговаривают. Да? Возьми хотя бы эти, да. Мой хлеб возьми. И вот здесь вот в большом отделе, вот здесь вот, это, записка. Моя паста уже кончилась? Да, там чуть-чуть осталось. Девочки, показать вам я, чем питаюсь после диеты Дюкана. По одной штучке на обед у меня всегда тирамису. Вот раз, два, три, да, здесь шесть, на шесть дней. Надо до Виталия довести. А еще вот у меня такие печенюшки. Это на вечер. Йогурт ты свой взял? Взял, да. Вот думаю, что-то еще что-то что-то, не знаю, чего. Масло, наверное. А масло у меня есть моя. У нас не хватит, у меня полпачки масла. Хорошо. У нас масло с Виталией отдельно. У меня я люблю соленое, он любит не соленое. Поэтому мы покупаем по отдельности. Что появилось? Это что? Я так понимаю, этот самый, этот браунин или как он? А, да, шоколадный. Который выплывает. Да, да, да. Почему-то коклан. Называется, да, по-другому? Шоколадный. Нет, просто бисквит шоколадный написан. Да, кекс. А так-то он же называется. Рисовые кашки. А у нас кончились макароны, можно на всякий случай взять. Давай каких-нибудь других возьмем. Давай. Вот этих, может, рогаликов. Давай рогалики. Тибурон, да? Да. Тибурончики. А где ты? Тихонько, тихонько, Виталий. Аккуратно.
пачечку колбаски возьми. Пачку одну? Да. Что ты хочешь, сыр? Головка. Нет, за килограмм. Ну, еда. Одна штука. 15 евро, одна штука. Нет, здесь 3 килограмма. Тебе обожраться. Нет, я знаю, мне не надо. Я просто здесь 3 килограмма. Получается 5 евро килограмм. А нарезал, уже будет 7,50. Ничего себе. А маленький дошли. Вот маленький. Маленький получается 7,50 тоже. Чтобы целый, да, брали. Пойдем. Так, масло растительное. Вот оно, вот оно, Миша. Я вас он тут, кстати, брал, вот это пенилось, мне не понравилось, да? Это да? Не понравилось то? Ну, оно ж пенилось, ты помнишь? Да. Так мы все время, по-моему, вот это брали. Так, мы в прошлый раз вот это брали, по-моему. Еще ровно это, может, наоборот? Короче, какая попробую. Дома? Какая дома? Не знаю. Паштеты будешь брать какие себе? Колбаски не взял, мне хватит. О, какая девушка. Клевая. Вот этот дяденька, который в розовой курточке, он пах. По-моему, заподозрил меня, что я... Я взял Рокафорд, думаю, может быть. Мы пока ни разу не брали такой. Ну, я не знаю, ты все равно... Ну да, кушаешь, я-то его не ем, не знаю, покатит, не покатит. Возьми, попробуй. Да, узнаешь. Семечки. Будет кахомячок щелкать. Майонез возьми, у нас там полбанки его. Кетчуп еще есть, а майонеза мало, может не хватить. Так. Рыбу добудем сюда? У нас там есть рыбина. Горошек зеленый, вот этот мелкий.
три баночки. Свекла есть, Виталь, возьми свеклы. Не вижу опять. Что такое? В Меркадоне в последнее время свеклы не стало. Нету. Помидорок моих. Помидорок моих. Вкусный. Нету. А пойдем завтра на рынок вместе. Ты очень вкусно. Ну, что-нибудь купим. И помидорчиков купим, вот эти, которые я люблю. 5 евро килограмм. Пойдем. Супер. А ты его ставишь? Старым? Ладно, там, наверное, свеклы потом по дороге купим тогда. И помидоров, может, завтра не будем здесь ничего брать. Картошки только возьмем. Огурец. И огурцы завтра там купим. Сегодня кушать. Ну, сейчас здесь покороче. Давай. Так, мне тоже картошки. Ой, хоть свою бы тележку положить. Не в чужую. Там ты по списку посмотрел, что нам надо? Чеснок. Это не наша тележка, за которую ты держишься. Может, завтра на рынке посмотрим? Короче, движение, как в Москве. С тележками не разъехаться. В сторонку отойти. Стоять. Thank you.
А здесь обойдем вот с этой стороны. Кончились у нас яблоки? Закончились? Там, по-моему, есть, да? Ну, вон, возьми пакет. Пойдем по кухонке. 4 357.